Вышла на прогулку, иду мимо, смотрю, что это за розовое поле здесь. Думаю, подойду ближе, гляну. В песке прям растут цветочки розовые, маленькие-маленькие. Все усыпано ими. Класс. Такие хорошенькие. Оно сдалека как такое розовое озеро. Думаю, подойду, посмотрю. Вот они, красотки. В общем, иду я тут. В принципе, место такое очень, ну, летом популярная, а сейчас вот люди с таким вот автобусом приехали и сидят на берегу моря, живут, дом на колесах, и они так могут несколько дней сидеть, стоять на одном месте. Не понравилось, переехали. Там вот столик, стулья, топчанчик какой-то. Все есть для жизни. Дешево и прям на берегу океана. Не надо платить за отели, ничего. Везде свои прелести жизни. Кому-то достаточно этого. Это, скорее всего, французы. Они любят такого вида отдых. Домик такой. И вид сверху. Это я подошла, зашла на гору, хочу спуститься. Бывает невозможно спуститься, потому что вода прям до горы доходит. И думаю, гляну, смогу я пройти или нет. Вот это такой прилив. И там вот возле горы немножко можно пройти. Летом вот эти камни, по-моему, были без воды, если я помню. И вот размеры камней, люди гуляют. Все, пойду я спущусь. Такая красота. Буду спускаться по этой лестнице. Спускаюсь сюда, 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 и потом сюда иду. И потом туда. Пройдусь. Ящерица сидит. Такая толстенькая. Она, по-моему, какая-то чумная. Не боится меня. О. И повисла. Не хочет прыгать. Повисла и висит. Боится прыгать. Все, прыгает. Вон она по ветке поползла, как змея, кошмар. Вот, спустилась я, иду. Кстати, на пляже уже сегодня, какое, 10 марта, на пляже уже люди лежат, загорают немножко. Немного, но лежат. Такие камни, вон рыбачки. И вот он, океан. И волны такие с берега большие. И вот так прилив. По чуть-чуть вода ближе и ближе подходит. И буквально за полчаса может так прилично. Может за полчаса и до этих камней дойти. Зимой опасно, конечно, спускаться здесь. Там люди гуляют с собачками, загорают. Иду сейчас, смотрю, там рыбак стоит. Смотрю, что-то там у себя в сумке ковыряется, не видит, что у него удочка гнется. Я типа профессиональный рыболов. Решила свои 5 копеек ставить. Подхожу к нему, говорю, он, смотри, у тебя удочка двигается.
А он, да не, это волны. Так она так сильно гнется, прям аж прям загибается удочка. Я ж такая умная, думаю, надо ж рыбку споймать. А он, да не, у меня там звоночек стоит, если что-то будет сильное, типа оно будет звук. Думаю, ну ладно. Поумничала тут еще. Вон он там стоит, ковыряется. Задом к солнцу удочки, удочка стоит. Но она так сильно прям аж... Я говорю, это волны так гнут. Он, ну да, говорит, волна уходит, приходит, и удочка гнется. И я такая рыбачка Соня. И меня, конечно, всегда поражают в Португалии это пляжи, которые огромные, полупустынные пляжи. Конечно, если поехать там на юг Португалии, будет немножко так плотно людьми заселено. Но там туристическая зона. Но здесь даже в разгар сезона не очень людно. Я всегда вспоминаю пляжи в Крыму, в которых не то что лечь, сесть негде. В июле, в августе, в сентябре, в июне там просто дурдом. Не хочется ехать туда из-за этого. Ну что там на головах друг у друга сидят. А здесь, в принципе, ну да, много там июль, август. Ну, половина, может быть, от этого пляжа максимум будет заполнена. И то они друг на друге не сидят, они все так кучкуются, то там немножко, то там немножко. Здесь никого редко кто бывает. Чаще всего вот там вот есть, там вон белое пятнышко на горе, там бар, и они все ближе туда. Кучкуются, чтобы выпить там пивка, соки, напитки, чтобы далеко не ходить и рядышком можно было. И там спасатели в этих... А вот таких вот полупустых, диких местах, конечно, для меня это поразительно. Просто идешь и понимаешь, что ты отдыхаешь мозгами от суеты, от этой всей. И вот такая красота. Ну как такое вообще можно не наслаждаться этим? Просто увидеть этот пейзаж и все, больше ничего не надо. Вот одна из причин, почему я не плаваю в океане. Вот что это? И весь пляж усыпан ими. Маленькие, большие, бесцветные, вот такие черные. А их переворачиваешь, они там еще такие с пузиком. Они как резиновые. Ужас.